красивый пример такой вообще на самом деле из классической вероятности. Называется «Случайное блуждание». А, «Случайное блуждание», да. Знаете? Да, да. Это когда в каждой точке расходятся на... Там есть люди, которые сходятся на точке, да, делятся ли по плану, либо по части. Ну, мы не так будем действовать. У нас будет на прямой нарисовано... Что-то минус один, господи. Один, конечно. Много целых точек. Бесконечно. Ну и так далее. То есть напрямую отметим все целые точки. Ну, я обычно рассказываю, конечно, нехорошо так детям рассказывать, но, с другой стороны, я же ничего плохого не имею в виду. Я обычно интерпретирую так, что вот в начале координат, в нуле, находится кабак. А, ну да, да. Но это рассказ, на самом деле, про вред пьянства, про то, как плохо пьянство. Да. Да, ну, хорошо, питейное заведение, кабак, как вам больше нравится. Бар, пап, там слов много. Из этого кабака выходит пьяный человек, он пьяный абсолютно. Он так стоит, он решает, куда ему пойти. Но он особо не думает, он просто случайно идет. Знаете, считают, что он совершенно случайно сядет. Ну, с вероятностью одна, вторая, он отшатывается на единицу влево, с вероятностью одна, вторая, отшатывается на единицу вправо. Вот так вот, с вероятностью одна, вторая. Он убавляет от своей позиции единичку, а с вероятностью 1, 2 добавляет. Значит, стоит там, куда попал некоторое время, потом снова с вероятностью 1, 2, либо туда, либо сюда. И нужно посчитать, сколько человек в каждой точке в какой-то момент времени? Это можно посчитать, но там получится какой-то биномиальный коэффициент. Это, кстати, хорошая задача, почему бы это не посчитать, действительно. Это хорошая задача, может быть, даже с нее давайте начнем. Все, ну, допустим, он здесь оказался, тоже может пойти назад с вероятностью 1, 2, пойти направо с вероятностью 1, 2. И вот он так шатается туда-сюда, да? На самом деле спрашивается, а велика ли вероятность, или мала, может быть, вероятность, того, что пьяница уйдет достаточно далеко от любимого заведения? Значит, пафос неравенства Чебышева состоит в том, что пьянство вредно. Скорее всего, то есть с высокой вероятностью, пьяница лишь на очень маленькое расстояние удалится от питейного заведения, а с высокой вероятностью окажется в его маленькой окрестности или даже вообще в нем опять. То есть, так вот, ну, понимаете, будете жить в кабаке, если будете вести себя как пьяница. Это математически строгий результат. Вероятность очень высока того, что он далеко не уползет, он будет шататься туда-сюда и, скорее всего, останется где-то очень близко от кабака. Ну, действительно, можно попробовать посчитать в качестве упражнения просто такую вероятность. Вероятность того, что пьяный окажется в какой-нибудь точке К, ну, К это 0, 1, минус 1, все, что хотите, любое целое число напрямую. Вот, что пьяный окажется в точке К после М шагов. С какой вероятностью пьяный окажется в точке К после М шагов? Вот просто можно посчитать такую вероятность явно. Давайте подумаем, как ее посчитать. Ну, смотрите, можно шаг вправо писать единицу, а шаг влево да, минус да, единицу. Да. И, соответственно, если он окажется в точке К, то сумма... Будет К. То есть у нас единица либо на К больше, либо на К меньше. Нет, давайте так, давайте сделаем следующее. Давайте за X обозначим как раз количество плюс единиц, наверное, да, да, смещение вправо. Да, значит, X это... X это число, ну, плюс единиц, смещение вправо, как угодно. Число прибавлений. Но если всего он сделал m шагов, то понятно, сколько было число, чему равнялось число вычитания. Чему? M минус x. M минус x, да. M минус x это число минус единиц. Число минус единиц. Но мы знаем, что он оказался в точке k. Стало быть, чему равняется x? Как вычислить x? X минус mx равняется... Правильно, да. Надо из x вычесть m минус x и приравнять к. Все согласны? Да, да. Что он оказался в точке К,
x раз прибавив и m минус x раз убавив, то вот это и означает, что x минус m минус x это как? Получается 2x. Значит, получается, что 2x минус m равняется k, откуда x? Это m плюс k пополам. M плюс k пополам? Ну, конечно же, если m плюс k пополам делится. Ну да. То есть, если m плюс k на 2 не делится, то чему равна вероятность? Очевидно. Меньше половины. Нет, чему меньше половины? Если m плюс k... Да что вы, если... Нулю, конечно, это просто невозможно. Если m плюс k на 2 не делится, тогда просто такого не может быть, чтобы пьяный оказался в точке k после m шагов. Теперь понятно, да? Да. То есть, если не делится, все, это вероятность 0. Да. А если делится, давайте-ка, это чистая схема вернули. Какая будет вероятность, если делится? Это вероятность того, что за из m шагов было вот столько успешных, он прибавил, и вот столько неудачных. А, то есть у нас... Все мы вернули. Да. Ну. C из m по k умножить... Пока только. C из m по x, по вот этому, m плюс k пополам. Да, да. K в степени m плюс k пополам. Сейчас, почему k? Вероятность смещения вправо – это 1/2. Вероятность смещения влево – тоже 1/2. Умножить на... Ну, строго говоря, надо писать вот так. 1/2 в степени x на 1/2 в степени m минус x. Вот чистая схема. Но это, конечно, 1/2 в степени m. То есть, если бы здесь была не 1/2, а p и q, тогда было бы p в степени x на q в степени m минус x. Но так, конечно, это 1/2 в степени m. Не очень быстро осознали, да? Да, понятно. У нас все было m шагов, x раз мы прибавили, получили успех. M минус x раз мы получили неудачу, но x мы знаем, m плюс k пополам. Но вероятность того, что в схеме из m испытаний x раз произошел успех, мы ее неоднократно писали. Вот в точности она. Видите, это просто чистая схема Бернули тоже. Вот, но давайте все-таки осознаем, при чем здесь неравенство Чебышева. Я могу вот это стирать, да? Да. Обозначим x с индексом n, введем такое обозначение. Это точка, в которой, окажется пьяница после n шагов. Ну, то есть вот то, что мы обозначали k только что. Но это случайная величина, правда же? Случайное число вот на такой прямой. Х с индексом n — это точка, в которой окажется пьяница. Это число. Некоторое. Может быть, равное нулю. Вернулся в кабан. Ходил, ходил, n раз ходил, там миллиард раз ходил, вернулся в кабан. Смотрите. Ну, мы только что с вами выяснили, что что такое х с индексом n? Это ведь сумма плюс и минус единицы. Каждый раз он не прибавляет единицу, и вычитает. Да. Давайте так обозначим y1 и так далее, yn, где yt это плюс единица. С какой вероятностью? Это 1/2. И минус единица с вероятностью 1/2. Каждый из вот этих случайных величин плюс или минус единица с вероятностью 1/2. А в сумме это и будет позиция нашего пьяницы после m шагов. Да? Да. Мне кажется, понятно. Ну, не знаю. Могу ошибаться. Так, позиция нашего пьяницы — это сумма вот таких случайных болтаний. То ли на плюс единичку, то ли на минус единичку. Вопрос. Чему равняется математическое ожидание xn? Очевидно, надо пользоваться линейностью. Да. Так. Но еще надо сосчитать, чему равняется мат ожидания каждого y. Y принимает всего два значения, каждая с вероятностью 1/2. Да, значит... Чему равно мат ожидания y? Ну, мат ожидания y будет 1 умноженное на 1/2 плюс минус 1 умноженное на 1/2. Что же это такое? 0 умноженное на 1/2, 0. Ну, 0, да?
Да, но. Да. Кто-нибудь еще понимает, что мат ожидания каждого y это 0? Да. Да. А тогда мат ожидания xn чего? 0. Вот именно, да. Мат ожидания xn 0. То есть в среднем он не уйдет вообще из своего кабака. В среднем он так в кабаке и останется. В среднем он останется в кабаке. Это в среднем. При этом может быть большая дисперсия, понимаете? Вот как раз появляется суть, зачем нужно это все. В среднем то он сидит в своем кабаке и никуда не уходит. Но может дисперсия большая, потому что он с высокой вероятностью улетит куда-то. Давайте посчитаем дисперсию. Мат ожидания 0. Теперь надо понять, как устроена дисперсия. Положение пьяницы после отшагов. Так, а мат ожидания мы уже вычислили, значит... Таким образом, дисперсия xn – это есть просто математическое ожидание квадрата xn. Да. Вот так. Вот так. xn в квадрате. А? Потому что вычитается, ну, 0 в квадрате. Да, да, да. Ну, то есть вот только это надо посчитать. Ну, давайте стандартно возводить в квадрат. Потому что виноват, конечно, на сегодня четвертый такой пример, ну, куда деваться. y1 в квадрате плюс и так далее, плюс yn в квадрате, плюс 2y1, y2, плюс и так далее, плюс yn минус 1, yn, ничего нового. Но тут есть некоторая новизна. Смотрите, что такое y1, например, в квадрате, yn в квадрате? Всегда единица. Это всегда единица, правильно? Да. Потому что y1 это плюс или минус 1. Но в квадрате это просто единица, тождественная. Значит, это будет n плюс. Так, вот я вижу понимание, да, мат ожидания, вот здесь вот стоит единица, единица сама с собой складывается n раз. Да. Мат ожидания n это просто n. Да. N написали. Так, а теперь мат ожидания вот этого произведения. Ведь они же независимые. Да. Ясно, они же принимают свои значения независимо друг от друга. Пьяница не сообразует своих действий, он каждый раз случайно куда-то идет. А мы уже с вами сегодня выяснили на примере, что мат ожидания произведения независимых величин – это произведение их мат ожидания. Да. То есть, ну, мат ожидания y1, а равное мат ожидания y2, мы выясняли, это 0, правда? Да. Чем? Только что выясняли. Как мы посчитали мат ожидания xn? Да, вот это было. Только что посчитали. В общем, вот это все 0. Вот это все 0. Значит, это будет n. Просто, да, дисперсия равняется n. Так, дисперсия равняется n. То есть его сносит на n. Ну, это не сносит его на n, но вот разброс вокруг среднего, средний разброс равен n. Вот теперь мы применим неравенство Чебышева. Чему мы его применим? Мы его применим к случайной величине xn, ну и какому-то там числу a, которое вероятность того, что модуль xn минус математическое ожидание xn больше либо равняется а, меньше либо равняется дисперсии xn, поделенной на а в квадрате. Но мат ожидания xn 0. Да. Да. 0. То есть получается как следствие, что вот так вот. Да, а дисперсия xn это n. Да. N поделить на а в квадрате. Почему малое равно? Почему что равно? А малое. А вот сейчас мы попробуем сказать. Вот пока я не сказал, а любое положительное. А сейчас я специфицирую, скажу какой-нибудь. Ну, давайте, например, возьмем в качестве а n в степени 2 третьих. Ну, например. Понятно, что значит n в степени 2 третьих? Да. Сейчас извлекаем корень кубический, возьмем в квадрат, да? Тогда что у нас получается? Тогда вероятность того, что модуль xn больше равняется n в степени 2 третьих, меньше равняется n поделить на n в степени 4 третьих, да? А что такое n поделить на n в степени 4 третьих? n в степени минус 1 третья. Да, то есть, ну, 1 поделить на корень кубический из n, да? Ну, вот так, 1 на n в степени 1 третья, или что то же самое, 1 поделить на корень кубический из n. Давайте еще специфицируем. Подставим конкретные n, чтобы было понятно, что происходит. Вот возьмем, скажем, n равное 1000. То есть пьяница совершил 1000 шагов от своего кабака. Что утверждается здесь? Что такое модуль xn, во-первых? Модуль xn – это расстояние, которое он идет от своего кабака за 1000 шагов.
расстояние, на котором он идет. Модуль икса, понимаете, да? Может быть вправо, может быть влево, но это именно расстояние. Расстояние, на котором он удалится от сияющего центра. Да. Так, сияющий центр от кого? Вероятность того, что он удалится за 1000 шагов на расстояние. А какое расстояние? Что такое 1000 в степени 2 трети? 100, да? На расстояние 100. Но теоретически за 1000 шагов трезвый человек мог быть на расстоянии 1000, правильно? Да. Трезвый человек уйдет от кабака на расстояние 1000 за 1000 шагов. А мы считаем вероятность того, что пьяница удалится за те же самые 1000 шагов от любимого кабака на расстояние 100. Мы утверждаем, согласно неравенству Чекушева, что эта вероятность не больше, чем 1/10, правда? То есть достаточно маленькая. Да. Уже достаточно маловероятно, что пьяный товарищ за 1000 шагов отойдет от своего любимого кабака хотя бы на 100. Там, условно, метров. Мог бы на километр отойти, а он даже на 100 метров маловероятно, что отойдет, понимаете? Ну, давайте дальше посмотрим. Надо пафос постепенно создавать, что вам эти функции все-таки немножко так не очевидно, как устроены. Вот. А давайте возьмем n равное миллиону. Тогда, что нам говорит наше неравенство? Вероятность того, что он, то есть пьяница, удалится за миллион шагов на расстояние какое? Миллион в степени 2 трети. Это будет 10 тысяч. 10 тысяч, правильно. На расстоянии, все понимают, что 10 тысяч? Да. Корень кубический из миллиона это 100. 100 в квадрате это 10 тысяч. Да. Так, вероятность того, что товарищ удалится за миллион шагов на расстояние всего лишь 10 тысяч, при том, что трезво ушел бы на расстояние миллион, не превосходит чего? Так. Корень кубический из миллиона опять. В одной сотой. Одной сотой. Видите, вероятность стала еще меньше в 10 раз. Вероятность того, что он удалится, вообще ничтожная. А удалится на сколько? На 10 тысяч из возможного миллиона. Ну и так далее. То есть можете миллиард написать. С миллиардом совсем хорошо. Одна тысячная. А? Да, для миллиарда здесь будет стоять одна тысячная. То есть вероятность вообще ничтожная. Не уйти. Не уйдешь, что называется. Здесь для миллиарда что будет стоять? Если из 10 в 9 степени извлечь корень кубический, это будет 1000, в квадрате получится миллион. То есть нормальный человек уйдет на миллиард километров, а этот только на миллион. И то с вероятностью 1000. Вот, так сказать, как вредно пить. Так. То есть, если мы запустим 1000 пьяниц, только один из них доберется на расстояние. Ну, мы не можем этого гарантировать, но вероятность этого будет повыше, конечно, повыше. Нет, гарантировать мы ничего не можем. Вероятность того, что один доберется, она меньше, чем 1/1000. Да, вероятность, что один не доберется, больше, чем 0,999. Да? Да. Вероятность того, что 1000 не доберется, что ни один из 1000 не доберется, но она, конечно, больше, чем 0,999 тысячной степени. Ну, это как-то... Не, ну из 1000 можете кто и доберется. Но 1000 пьяниц – это такой мощный кабак, я вам скажу. Ну, может, конечно, много кабаков, да. Из каждого выходит пьяница по своей траектории.